В сравнении с прошлым, этим летом новорожденных стало больше. В областном перинатальном центре отмечают и небывалое количество двойняшек. Моя коллега Наталья Цопина пообщалась с молодыми мамами, изучила статистику и попыталась выяснить, идем ли на рекорд. У Натальи Гуменюк первый ребенок, дочка, девочке 5 дней. Говорит, как назвать малышку, пока не решили. Зато с основным, как кормить и пеленать, разобраться успела, благодаря акушеркам и постоянной практике. Когда читаешь книжку, ты просто запоминаешь, как бы и все. Запомнила, а потом как это применить на практике. А когда уже живой ребенок, и ты начинаешь даже перечитывать ту же самую литературу, ты уже можешь, например, с ним попробовать. Наталья Шавленко живет в Бердске. До дома добираться не меньше часа. Но долгая дорога не пугает. Есть автокресло. Знает и как успокоить малышку. Самое главное, наладили грудное вскармливание. Это самое главное. А когда с этим нет проблем, все спокойно происходит. Молодые мамы отмечают, при выборе роддома главное – специалиста. Особенно если беременность протекала непросто или есть хронические заболевания. Тех, кто ждет сразу нескольких малышей, тоже направляют в роддом самого высокого, третьего уровня. На прошлой неделе в один день, в одни сутки было четверо двойняшек. 8 малышей? 8 малышей сразу. Девочки, прибавление мальчики. Такое. Значит, одна двойня была мальчики, остальные были девочки. 2700, 2900 вес хороший, 300. Многодетная мама Ольга рассказывает, к выписке ее сыновей, Паши и Саши, готово практически все. Мы паровозиком коляску подбирали, заказывали. Из Москвы ждем коляску. У нас еще и сложно купить коляски в Новосибирске для двойни, чтобы были удобные. Лето братья проведут на даче с родителями и четырьмя сестрами. Старшие девочки хорошо знают, как ухаживать за малышами. Пока мама в больнице лежала с девочками маленькими, всеми сидели. А сколько вам лет получается всем по очереди? 3, 9, этих двух мало. 15. И месяц 16, 17 скоро. То есть уже привыкла со взрослыми, быть взрослой в семье? Ну да. Теперь быть ответственными учатся и средние дочери. Мама, он загибается, я не могу. Крепко, медики говорят, обычно из областного перинатального центра ежедневно выписывают 5-7 человек. На этой неделе числа другого порядка. В понедельник, например, домой отправились 14 малышей. Это рекорд, но наверняка не предел. Наталья Цопина, Сергей Жданов, Новости ОТС.